Оповещают тебя соцработники или нет? Нет. Вот нет. Вот и я хочу об этом сказать, что никто тебя не навещает. И с работы теперь никто не приходит. Соседи Анастасии Григорьевны уже как-то привыкли заботиться об одинокой старушке, до которой никому, кроме них, нет дела. У нее все из строя вышло, все, и плита не работает, ничего у нее не работает. Чай вот мы ей кипятим иногда даем, приносим, ну, как по возможности, присматриваем маленько за ней. А так, в общем, никуда никто за ней не смотрит. Старуха живет одна, никому не нужная. 7 месяцев назад у бабы Насти пропали документы. По ее словам, паспорт, ветеранское удостоверение и пенсионное у нее украли. По этой причине больше полугода женщина не может получить пенсию. А расскажите, пожалуйста, к вам-то кто-нибудь приходит, помогает вам кто-нибудь? Нет. Ни соцзащиты, никто, никто вообще? А как вы живете-то? На что живете? Сейчас вот деньги-то у вас есть? Сейчас у меня несколько копеек осталось. Ничего нет. А еда есть какая-то дома? Сегодня уже ничего нет. Чтобы хоть как-то выжить, Анастасия Григорьевна вынуждена попрошайничать. Азиз Алижанов не смог пройти мимо, когда увидел в столовой бабушку с медалями. Я взял покушать ей, вместе сели, покушали. Стесняется, мне вот кланяться, вот так делает, спасибо, мол. В общем, и рассказала то, что 9 месяцев, у нее в пакете копейки, за еду мне копейки, говорит, дает, руку протягивает, спасибо, говорит, мне копейки дает. Я говорю, бабуль, не надо. 92-летняя Анастасия Григорьевна – мать 2 детей. Оба сына умерли, и заботиться о ней некому. Старушка, как может, старается поддерживать в доме чистоту. В квартире все обложено газетами, чтобы не садилась пыль. А десятки пластиковых бутылок полны водой. Это вместо сливного бачка, который уже давно не работает. Недавно к бабушке приходили незнакомцы и предлагали устроить ее в дом престарелых взамен на квартиру. Вроде хотела помочь. А потом говорит, дом старости вам надо, уговаривать начала. А я говорю, не хочу. Андрей Трофимов, Айгуль Низамутдинова, Альфред Камилевский, эфир 24. «Игра престолов», 4-й сезон за один день, в воскресенье.